Спасибо, 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 спасибо. Я не могу пройти! У меня там алмазы есть. Я с алмазами еду. Я там второй дом, там алмазы. Металл надо, ну, броню полностью скрафтить. Нет, дом у меня нормальный, я считаю. Ну так, если с точки зрения, допустим, архитектуры, ну я имею в виду в плане визуализации, то есть именно составляющей визуальности. То есть, по сути, хуйня выглядит не очень, по факту. Но в плане практичности лучше не придумаешь. Просто смотри, стоит среди скал, то есть дом, по сути, дом в горе. По бокам, по сути, весь камень, да, все в камне. Все в камне. Ну, каменные, тут уже все. Тут уже, ну, никто, по сути, не пройдет. Суки. Все. Чел забрал то, что забрал. Как выбраться-то? Ой. Вот сюда попробовать. Это пи***да, чел тонет. Блять. Да, ну это... Ты новичок! Это новичок играется. Это трэш. Ну, я хочу себе купить микрофон этот, такой, как бы караоке поют в него, он стоит 100 гривен, ну, довольно-таки большие деньги. Я понял тебя, хорошо, ясненько. Я просто хотел творчески сейчас крысануть, понял, по-тихому, пока все спят. Думаю, раз, клоц, кноп, типа, а потом раз, типа, чела там алмазы, понял, там золото, металл. Нет, брат. Ты не читер. Ты силер. Понял. Вот, пойду, значит, высплю сейчас, да. А вот сегодня у нас отрицательное прохождение. Завтра будет не отрицательное. Правильно? Я сказал. Все. Это какой уже день идет бой, Майнка? 100% пройду завтра. Да. Да, зима, конечно, лютая, холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции! Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание — получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально, ну, за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Так, все, ребята, давайте все-таки сейчас, наверное, поставим точку в мини-крафте. Уже знаю, всем надоел этот мини-крафт, и мне тоже немножко уже подустал от него. Но все же желание победы, оно превыше всего, поэтому сегодня я постараюсь уже. Ну, не то чтобы постараюсь, а действительно буду стараться, да, чтобы победить дракона. То есть сначала у меня дракон идет, потом вот этот вот, который внизу охраняет, потом еще другой босс. То есть троих боссов, которые, если я их уничтожу...
Мы уничтожили все кристаллы, и теперь мы можем начать убивать Эндер-дракона. Я думаю, у Тика есть все необходимые навыки, он бы смог с этим справиться самостоятельно. Отличный выстрел! Иди ты нахуй! Это все видеомонтаж. Он хочет, знаешь, что сказать? Вот этот вот, мастер Тоти, якобы обезьяна прошла, слышь, а я ебатая нет. Ебатая твоя башка. Понимаешь? Боже мой! Отличная работа, Тика! Еще раз повторяю. Иди нахуй, слушать. Я играю потихоньку, понимаешь, смакую я каждый кусок отрываю. Потому что мне нравится, ну, как бы, просто концепция игры. И человек, надо его просто пускать, чтобы он плакал и выдал мне собака, восклицательный знак, собака, восклицательный знак, собака, восклицательный знак. Да, я пошел знак, драться, собака, когда у меня нет оружия. Знак, собака, собака, восклицательный знак, 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 собака, восклицательный знак. Боже мой! Отличная работа! Восклицательный знак, собака. Что это такое? Лэм, прекрати из себя умного строить. Ты бы лучше ответил на следующий вопрос. Посуду помыл. Каблуча. Блять, он ко мне идет. Че это за хуйня? Мне убить его или похуй? Мне, ну как, он сильный, слабый или зачем? Ну надо, не надо мне с ним сражаться. Не, не надо, похуй, забить на него. Это друг? Да что-то мне не кажется дружным. Хотя нет, он добрый, по-моему, слизь. Блять, не друг, нихуя. Ну и толкать надо. Ну, класс. Не, понимаю, типа я буду домой толкать добычу. Да блять, стой, родная. Тихо. Старый, да, как думаешь, кого больше всего не любит скалолазы? Сорванцов. Здравствуй, Валерий. Да, привет. Меня зовут Чарльз Ксавьер. Я пришел на твою трансляцию, чтобы сообщить тебе одну важную новость. Да, сынок, ты мутант. Твоя способность за тупо даже в самых легких играх поражает. А, ты мутант? Сочувствую, ты лох. Ты еще скажи, что с тебя могу кирку алмазной удочкой выловить. А-ха-ха-ха, чувак, ты че ебанутый? Раковина наутился, попилился. А зачем челу раковина? Посуду мыть. И шаг выйдет. Выходи на смертный бой, гнида. Давай потанцуем. Сволочь. Эй, воин! Это моя территория, мой район, моя земля. Выйди с дырки, женщина. Лошара, петух. Соснула. Да ты шо? Ой. Ой, смотрите. Это что за материал? Это похоже на... Это похоже на замок, ребята. Это что, ребята? Спавнеры ломать все надо? Замок сухача. Ой, в смысле дракона. Они просто торгуют. Можешь спуститься и поздороваться с ними. По-моему, похуй. Он не ломается. Она не ломается, твою мать. Ой. Ой-ой. Я хочу исследовать этот мир, который не исследован был мною. Вопрос-ответ. Пошел нахуй. Эти медные блоки принесут мне богатство. Я словно мышь зарываю все глубже и глубже, воруя все.
Ебать, алмазы. Чел, это алмазы. Еще сундук. Ля, там какой-то волчачий рот. Смотрите, волчачий рот. Я парень Коростиной, да, Виктории. Я специализируюсь по Коростиной, да, я шмац. Я челом обхитряю. Там какая-то кнопка. Нажимать или пох? Забрать золотую или пох? Что? Вода пошла. Откуда вода взялась? Родные. Вода пошла. Мне сундук нужен, там сундук лежал. Вот, смотри, сундук, видишь? Давай, стреляй, герой! Блин, сука, упал из-за Чевчевой. Ой, извини, я занят. Можно не драться, пожалуйста? Да я не боюсь тебя, просто не хочу тратить энергию. Побежали. Хочу волчка еще украсть. Что за волчок такой интересный? Это что, за еда или что это такое? Заткни ротик. Резина, резные туфли, кирпичики, яйца, яйцо судьбы. Взрывоустойчивость? Антипуля? Ебать! Лопата! Пацаны, я нашел какую-то потайную комнату. Я в золотой жиле. Смотрите, я просто шел, пробил дырку, а здесь потайной ход. Все воруй, так ложить-то некуда, чел. Шипы, защита 2. Шипы 1, защита 2, что круче? Я хочу кровать украсть. Да, отнести уже домой награбленное, места же нет, чел. Я украл кровать фиолетовую. Да ты шо? Я попал в какую-то золотую жилу. Действительно, это просто счастье мое. Я не знаю, как это описать. Это, такие места не находит никто, кроме меня. Туннель. Еб... куда я иду? Домой, говорит, сходи. Вопрос-ответ. Экскремент понюхай, чувак. Вот здесь запомните это место. Там подземка.
О, факелочки как раз нужны мне. Они как раз мне сейчас пригодятся. Так, все, короче, я подъемку делаю. Все, человек поднимается сверху, то есть снизу. Потом вернемся сюда обязательно. Здесь не исследовано много и ну, не украденного много. Мам, ты знаешь, а я все помню про раннее утро. Сказала, это мое дитя. Я за все время Майни столько сразу не находила, обалдеть. Чел, это просто крайний был. Ой. Я хочу добыть место то, где я умер. Арлике, какая разница, у кого какие полет координаты и кто какой национальности? Главное не быть женщиной, как вот это чучело. Зови Богдана, иначе ты тут на года зависнешь. Молчать не хочешь? Человек хочет быстрее добраться до добычи, которую он утерял. Да я не попал в дырку, в которой я был. Чел! Да натеру деду, скажу честно. Слушать пердеж Плющенко намного приятнее, чем вашу политическую хуйню. Да. А это о многом говорит. Потругайте снег. Где-то, сука, недалеко. Иди нахуй ты, говно! Бах! Где-то прям недалеко, чел. Чел рукой камень лутает, а чем ногой мне там чего? Да нюхать отрыжку хочешь мою? Чё хавал я? На! У меня сейчас нет выхода. Я. Сейчас. Ну как мне, что мне сейчас делать? Умереть? Как я умрусь? Я даже умереть сейчас не могу, нема никого. Я должен сейчас копать, понимаешь? Я должен копать, я майнкрафтер. Я настоящий майнкрафтер. Я должен копать. Понимаешь? Как мне кирку сделать сейчас? Тут я в тупике. Понимаешь, я в тупике. О, есть контакт. Во, отлично. Сейчас я просто упаду. Есть контакт, чел упал. Вот они, кстати, эти лесенки, где я был. Где твои вещи? У твоей мамы дома забыл! Дед, у нас договор, что после смерти показываешь лицо обезьяны. Это Ганзи, и он собирается убить Эндер Дракона. Твой верный фанат. Передай, за последние 6 месяцев мы превратили из... Он дергает на тебя свою шкурку. Сейчас, ребят. Сейчас я быстренько наворую. Сейчас. Ой, умер. Ничего. Сейчас, ребят. Ща вернусь, точно все заберу. Ой, опять умер. Ребят, кто-нибудь помнит, где я умер? Ох, сложная игра. Сейчас. Шо? Упс. Привет всем. Я упал. Я умер. Я ебанько. Здравствуйте. Эта игра просто конченая. Такая мразь, а. Давай, удачи. Привет, я воин. Сейчас. Сейчас, ребят. Координатики нашел. Вот где-то тут. Копаем. Ой, опять упал. Какое коварное, сука, место. Ну ничего, ща еще разочек попробуем. Ой, Сережка звонит. Ладно, ребят, завтра точно финал. Мне только что, знаешь что? Мне только что, прикинь, приходит сообщение, написано. Спасибо за секс. Я типа, кто? Я такой присмотрелся, смотрю в скобочках. Мама JMP. Ого! Вот это, думаю, молодец, заюха. Не забыла поблагодарить. Ха-ха-ха! Почти пришел, чел. Семьсот 22 167, есть контакт. 722 396. Короче, вот здесь. Да, прям здесь. Мы попадем в ту маленькую комнатку, где у меня весь шмот выпал. Ой.
Мама, я ебанко. Господи, а? Обезьяну в студию. Кай, Чевчев, сегодня да, финал да. Точно. Точно. Я пробудил дракона, родной. Так, Карман, тихо. Ай, боже, какой же ты нежный, сука. Рот закрою. Сейчас тут немного бурить. Спасибо, брат. Попробуем. А, попробовали, сука. Боже, блядь. Дайте мне хотя бы блоков, сука. Песок, душ. Мизер как. Понимаешь, оружия нет. И там нет. Ну я не могу идти туда с пустыми руками, ты понимаешь? Не знаю, станет ли тебе от этого легче. Да. Но лут пропадает через минут после смерти. Если что, идет третий час стрима. Есть, так сказать, небольшая вероятность, что его там нет. У тебя... как дела? Ну, как дела у тебя? Я спрашивал тебя, вопрос задавал или нет? Как самочувствие, допустим, к примеру? Плюс-минус, как дела, чувак? Зябло, не переживайте. Мартышки прошли игру за полгода. Этот бабуин уже месяц потратил. Так что нам осталось подождать примерно до осени. С учетом на мытье посуды, наверное, до зимы. Чевчева знает тебя? Если знает, привет и передавай. Сделай ведро с водой. Отлично. Это Денис Сухачев. Видишь, рожа его ебаная. А нижний интернет пошел на обход. Молодцы, молодцы. Нижний задействовали. Молодцы. Ты новичок, да? Ты что-то, я смотрю, ты как-то стреляешь криво. Я тебе так скажу. Сначала нацелишься, потом стреляешь. А не наоборот. Да я опытный, а он новичок. Сейчас. Трич, фиксируй. Лысеющая женщина крадет пожертвования. Ничего я не краду, братишка. Это неправда. Я просто говорю, ну чуть-чуть, подождите, сейчас я доберусь до места X. А, я лысеющий? Ха-ха-ха. Ты мою фотку видел давно? Да, так это вот тут как раз и упал, да? Вот здесь. Тут как раз нормально должно быть. Точно. Вот оно то место. То самое место, когда я вначале потерял все. Да. Смотрим внимательно. Мне уже из Приорбанка звонили. Спрашивали, долбоёб или нет. Я сказал, что доначу волокасу. А мне сказали, что я долбоёб. Всю зарплату заданил уже челу. А он скипает. Я не наглец, скипаю. Подлец и проститутка. Нет, сейчас. Сейчас, ребята. Я нашел то самое место, насколько я понимаю. То самое легендарное место, где я пососал. Вот оно. Драконья норка. Вот тут человек умер. Вот оно, то самое легендарное место. Фух, боже, как я долго шел сюда. Я, конечно, в шоке, чатик, то, что так байтит на донаты, жестко просто, чтобы себе это все своровать. Я но своровал. Все равно эту информацию вы должны знать. Дедушка, вчера, короче, я мумию откопал, и первое, что она мне сказала, это было а второе, это то, что там мать твоя. Ебать, вот это ради этого я должен иди, знаешь, куда, лох.
Понял? Извини. Чуть-чуть не до тебя. Блять. Ой, блять. Да я просто посмотреть, что у вас тут. Ой, пацаны, вас много, я один. Давайте драться по одному туда. О, воины, вы нападаете. Челодавка. Уже лучше, чем ничего. Ой. Что за кнопки, кстати? Боже мой! Что я делаю? Ищу полезные ископаемые. Сундуки всякие. Страшно, блин. Боже, блядь! Куда у нас там? Где у нас там вьюнчик? Напомните, я сейчас опять не найду, я не найду то место. Где я копал туннель? Где? Где это место? Я уже все, я не найду его. Просто у меня памяти нет. В этой игре тупорыло невозможно что-то запомнить. Здесь все одинаковое. Просто невозможно. На 10 сек включи бебезьяну, мы расслабимся. Отстань. И давай новую карту. Тут кажется бесполезно. Я не знаю, я не еб... вообще. То есть, ну, ебал я в рот, я не хочу в это играть. Если играть в него только с сохранением инвентаря, заеб... один тот же лут по 3 часа потом ходить собирать.